Вот, играл в разных лигах, вот, в Северной лиге долго выступал, а сейчас развивает любительскую футбольную лигу в Азербайджане. От Азербайджана приехала большая команда, не только как футбольный клуб, но и большая делегация. Они снимают свой фильм об этом турнире. Рамиль, для начала, вообще как тебе здесь? Ну, понятно, что для тебя Москва, город, в котором ты много лет жил, но вот именно этот турнир, что скажешь по ожиданиям от того, что нас ждет в ближайшие 5 дней? Ну, мы все очень рады, что мы приехали на это событие. Для нас это первый раз, вообще для команды из Азербайджана, которая первый раз куда-то выехала на любительском уровне. И мы хотим почувствовать атмосферу всего этого, создать ее у себя и просто поиграть в футбол. Как оценишь группу и, соответственно, задачи на этот турнир? Мы попали, наверное, в сильную группу, насколько я понимаю. И будем стараться, мяч круглый. Надеюсь, все будет хорошо.